Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Funk 1313. В этом видео я посвящу вас, как в Германии можно сдать бутылки и за это получать денежки. Так что, поехали! Вот, например, обычная вода, Red Bull, пиво. В магазине можно дать любые бутылки при одном условии, что на бутылке будет такой штрих-код. Дорогие друзья, я тоже собрал несколько бутылок за эту неделю. Так что я вам покажу, сколько я собрал. Мы сейчас пойдем в магазин и посмотрим, сколько мы заработали за эту неделю. Поехали! И вот, друзья, мы сдали бутылки, и вот сколько мы заработали. 7,50 €. Вот, дорогие друзья, наш ролик подошел к концу. Мы заработали 7,50 €. Так что вот и наш выгод на неделю. Так что не забудьте подписаться на канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Я почитаю каждый. С вами был Funk 1313. До новых встреч.